Добрый день, друзья и коллеги. Меня зовут Габзалиев Рустам. Я являюсь экспертом по испытанию регион Поволжья. И сегодня мы находимся на делянке подсолнечника, где работали фунгицидом Амистар Голд ровно 16 дней назад в дозе 1 литр на гектар. Сперва я вам покажу, где делянку, где мы не работали нашим фунгицидом. Вот так выглядит подсолнечник. Это верхний ярус, ржавчина, поражение ржавчины есть на среднем ярусе и на нижнем ярусе. Листья поражены ржавчиной. И давайте перейдем на делянку, где мы отработали нашим фунгицидом. В фазе звездочки мы отработали Амистар Голд в норме 1 литр на гектар. Вот так выглядит подсолнечник, где мы отработали фунгицидом Амистар Голд в дозе 1 литр на гектар. Ржавчины на листьях нету. Вот так выглядит листья подсолнечника. В верхнем ряду мы не работали нашим фунгицидом Амистар Голд в дозе 1 литр на гектар. Нижний ряд мы работали фунгицидом Амистар Голд в дозе 1 литр на гектар. Сегодня ровно 21 день после обработки. Это нижний ярус. Такое поражение у нас на среднем ярусе. Два листочка с верхнего яруса. Все листья поражены ржавчиной. И так выглядят листья, где мы отработали Амистар Голд в дозе 1 литр на гектар. Это верхний ярус. Это нижний, это средний ярус и нижний ярус, два листочка. Как вы видите, на контроле у нас все листья поражены ржавчиной. И нижний ярус уже начинает высыхать. Спасибо за внимание.